24 марта 2018 года, 17 часов 14 минут, бокс, ММА, профессионалы. 14 апреля 2018 года в Лас-Вегасе должен был состояться титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном 18-0-1-12-к и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Краулфордом от 32-0-23-к. Проведение этого боя весной было недавно отменено из-за травмы, полученной американцем. Кроуфорд получил повреждение в ходе тренировочного лагеря. Как сообщает ESPN, организаторы поединка наконец определились с новой датой для этого боя. Он состоится 9 июня в Лас-Вегасе, на арене Мандалей Бэй. Источник ESPN US сообщить об ошибке. Комментарии 0-24 марта 2018 года, 23 марта 2018 года, 22 марта 2018 года.